Всем привет! В этом видео поговорим о том, как московское метро пополнилось современными электропоездами «Москва-2020». В текущем году метро столицы пополнилось 20 современными электропоездами «Москва-2020». В результате их общее число, курсирующее в московском метро к настоящему времени, достигло 65. Поезда, состоящие из вагонов «Москва-2020», примечательны тем, что выпускаются они с прошлого года двумя отечественными предприятиями – «Метровагон-Машем» и «Октябрьским электровагоноремонтным заводом». Получателем новых составов является московский метрополитен, заказавший крупную партию, состоящую из 172 поездов. Оставшийся объем поездов должен быть поставлен в столицу до 2023 года. Новый поезд «Москва-2020» состоит из 7 вагонов. Стоимость каждого составляет 100 миллионов рублей, что выше затрат на приобретение вагонов предыдущего поколения на 35%. При этом и уровень оснащения новых вагонов заметно выше. Вагоны 2020, в частности, оснащаются новыми дверьми, имеющими более широкие проемы с функцией противозажатия. Размеры стекол также увеличены по сравнению с комплектацией вагонов предыдущего поколения. Они являются практически панорамными. Это придется по душе пассажирам, поскольку поезда 2020 рассчитаны как на подземную, так и на надземную эксплуатацию. Более удобными и эргономичными стали сиденья для пассажиров. Микроклимат в салоне будет поддерживать современная климатическая установка с функцией очищения воздуха. Система вентиляции включает наличие дополнительных вентиляционных решеток для более равномерного распределения свежего воздуха по салону поезда. За освещение салона отвечает множество светодиодных лампочек. По периметру вагона вмонтированы современные LSD-мониторы для предоставления пассажирам в доступной форме информации о пути следования поезда и возможности к пересадке на другую линию метро. В новых вагонах существенно увеличено количество USB-зарядок для подзарядки мобильных устройств. Контроль за безопасностью в салоне будет осуществляться благодаря новой системе видеонаблюдения, включающей установку 8 внешних камер в каждом вагоне поезда. Уровень шума в новых поездах будет также снижен на 15%. Обновленная панель приборов порадует машинистов поезда, вход в которую теперь будет возможен только по индивидуальной карте доступа. Московские власти планируют к концу 2023 года обновить состав вагонов в московском метро не менее чем на 80%.